А накануне в Москве в зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя прошло очередное заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви. Собрание возглавил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Встреча началась с молитвы. Затем патриарх Кирилл огласил собравшимся повестку дня и поделился мыслями о путях развития системы духовного образования в Русской Православной Церкви. Развитие духовного образования, превращение нашего духовенства еще и в интеллектуальный класс нашего общества – это священная обязанность всех нас. И все это не ради некоего интеллектуального эстетства. Все это не для того, чтобы мы... то, что называется, убедительно выглядели как участники общественного дискурса, а все это для спасения души современного человека, для которого убедительны только те слова, которые в том числе и способны произвести впечатление в плане интеллектуальной убедительности. Патриарх Кирилл также призвал духовенство повышать свой культурный уровень. Если священник, особенно выступающий публично, плохо образован и при этом еще стремится поучать всех и вся, общество сразу формирует карикатурный образ, отметил предстоятель. Участники заседания также обсудили два основных документа – основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви и открытие образовательных центров по подготовке специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Тексты этих документов были утверждены к концу заседания.